Евро-24. Собрала самый сок, чтобы кукуха не поехала. Знакомьтесь, Ирландия. Пентаграммы и полуголые черти. И таких полуголых стран еще куча, но об этом попозже. Сразу хочется спросить. Ивлееву везде банят и ненавидят за ее самовыражение в условиях страны. А полуголые Англия, Финляндия, Испания – здорово, контракты никто не рвет. Хотя на минуточку они сделали это на всю Европу. Я вам скажу, это не самое страшное, поэтому представляю Финляндию. Сначала я даже не поняла. А потом как поняла? Это же просто капец. Уже монтируя видео, я поняла, что там супер стринги. Но хуже того, что если бы их не было, я бы не удивилась. Но боже, как же светятся его волосики на ножках пассатитов. Они самовыразились. А Ивлеева? Спроси, что это такого? Одетые все в клипе финала «Лив». А это видела я в финале. Я, видимо, другой финал смотрела. Ох уж эти попы. Но ведь песня-то хорошая. И леди почтенная. А вот мой топ. Мое первое место – Кипр. Просто классично, со вкусом. Это действительно Евровидение. Голос, а не ориентация и степень раздетости или одетости. Во многих так самовыражаясь, например, Англия, они отпугивают от мысли к терпимости разных ориентаций. Лучшее шоу номер один. Норвегия. Море. Мои фавориты под номером 5. Лучшее шоу номер 2. Швейцария. Опера и мальчик в юбочке. Лучший костюм. Однозначно, она девушка из Словении. И песня тоже хорошая. Ставила на 4-е место. Акапелла «Романтик», Франция. Второе место. Или даже победа. Голосование стран. Как видите, вырвались в тройку лидеров Швейцария, Хорватия и Франция. Потом зрительское голосование. И Швейцария. Столько эмоций. Вау. Я надеюсь, что этот can live up to its promise and continue to stand for peace and dignity for every person in this world. Настоящий и честный, а какие эмоции. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Oh, yeah. Let me tell you a tale about life, for the good and the bad, better hold on tight.